Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. И хочу, конечно же, поздравить еще раз уже с наступившим прекрасным праздником весенним, 8 марта, всех девушек, женщин, бабушек и пожелать еще раз огромного здоровья, счастья, радости, отличного настроения. И у меня сегодня просто замечательное весеннее настроение. У нас уже началась весна, стало уже теплее, пошли ручьи. И я хочу поделиться наконец-то с вами посылкой, которую мне прислала Лала. Получила я ее еще 7 марта, сегодня 10, вот только сегодня у меня получилось снять видео, потому что у меня были там причины, в общем, я его снимаю уже не первый раз, но, тем не менее, настроение ему отличное остается, и я хочу всеми этими чудесными подарками поделиться своей радостью с вами. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну я с того, что посылку я ожидала только то, что было в конкурсе, но здесь еще очень много продуктов от Лалочки, спасибо тебе огромное, я их тоже, конечно же, покажу. Кое-что я уже и одела, и попробовала, кое-что еще не успела воспользоваться, но, в общем, если вам это интересно, давайте уже скорее начнем. Начну я, конечно же, с призов, которые были в конкурсе, чуть-чуть пошуршу. Это книги. Очень приятно мне вдвойне получить книги, потому что я увлекаюсь этим, но у меня никаких нет книжек ни по макияжу, ни по маникюру. Теперь буду листать уже, начала читать с удовольствием и чему-то учиться новому и интересному. Первая книжка — это вот такая вот «Визаж и макияж». Автор — это немецкий Хорст Кирсберг. Извините, Кирсбергер. Так, значит, вот так вот выглядит он сам тут в начале. И в книге много всего интересного, как отдельно делать брови, губы, как красиво накрасить глаза. Буду читать, учиться дальше, потому что нет предела совершенству, всегда нужно учиться чему-то новому. Я так считала и считаю, и буду считать, как говорится, потому что я люблю экспериментировать, в том числе с макияжем. И еще одну книжку мне подарила и прислала Лала за победу. Это «Маникюр, педикюр, советы стилиста». Тоже не лишнее, делать красивые ноготочки. Также и в той книжке, и в этой даже больше написано, как ухаживать за ногтями, даже за ручками, за ножками, как делать педикюр, ванночки и так далее. То есть она не только про красоту, но еще и про здоровье. С удовольствием буду ее также листать и читать. Спасибо огромное. Хоть я и не люблю очень экспериментировать, но, может быть, эта книга подмигнет меня каким-то новым экспериментом, в том числе и в цветах. Так, и еще один подарочек, который я распаковала и также уже скоро-скоро начну пользоваться, потому что свой наборчик кисти я подарила сестренке вот на днях. И решила себе оставить вот этот вот, который мне прислала Лала. Очень яркий фукси розового цвета, классный набор. Он здесь на заклепочке, что мне удобно. У меня до этого был на вязке, с которой постоянно приходилось мучиться. Вот такие вот здесь походные кисточки. Очень здоровские, сам он яркий, девчачий, розовые наконечники у кистей. Здесь кисточка для румян, для тональной основы, для теней две штучки, для подводок и спонжик. В общем, вот так все выглядит. И классные-классные кисти. Спасибо тебе огромное. Вот взять с собой, да и даже дома накраситься — одно удовольствие такой красотой. Все кисточки мягкие, хорошего качества. Буду ими пользоваться с огромным-огромным удовольствием. Так, следующее, что я вам покажу, это... Давайте я тогда покажу кратко уход, что здесь было. Лала прислала мне гель для душа, мне очень нравится. И там был вопрос такой в конкурсе, чтобы мимо чего мои слабости в косметике я не могла бы пройти мимо. Я написала, что лаки и блески или помады. И какое же было мое удивление, когда Лала как раз мне именно вот лаки и блески прислала. Я вам это все покажу чуть позже. Начну вот с такого вот замечательного, красивого геля для душа. Нежно-розового цвета, Skin Juice. Я даже не знаю, что это за марка. В общем, здесь 250 мл, небольшой объем. Я пока его не открывала, потому что у меня сейчас есть гель, он запакованный, но даже через упаковку пахнет, вот для меня написано здесь White Rose, белой розой, то есть очень натуральный, вкусный, приятный аромат розы, я просто его обожаю. Лала как будто знала, угадала, просто мой самый любимый аромат в косметике, в парфюмерии — это роза, и вот буду им с удовольствием огромным пользоваться. Так, следующее, что я вам покажу, это будут уже, перейдем мы к декоративной косметике и бижутерии. Бижутерия сейчас находится на мне. Это вот такие вот зеленые милые серьги. Я уже их одела. Вот, ношу их. И также браслет. Вот такой вот браслетик. Здесь идут голубые бусинки, бирюзовые. Такой он был классный. Все это было в милом мешочке из органзы, вот в таком вот от Lady Collection. Тоже мешочек будет не лишним, будут это все там храниться.
Так, что еще здесь было? Открыточка, конечно же, было поздравление. И тебя, Лалочка, с наступившим уже 8 марта. И всех-всех девочек и девушек. Такая вот милая открытка была. Поздравление там не написано. В общем, порадовала меня Лала в преддверии праздника просто очень и очень сильно. И давайте уже перейдем с вами непосредственно к тому, что было вот в такой вот косметичке. Также косметичка сама в подарок, пригодится летом, она непромокаемая, как я посмотрела, ходить с ней может быть на пляж. И еще вот такого вот милого, миленького Мишку подарила она мне, такой вот он с такими стразиками, такой хорошенький, у меня он тоже стоит на видном месте, радует глаз. Спасибо тебе огромное, люблю я очень мягкие игрушки. Они меня радуют, и несмотря на то, что я взрослею, они меня будут радовать в любом возрасте, потому что я довольно сентиментальный человек, и к этому отношусь очень... положительно. Давайте перейдем уже к лакам для ногтей и в дальнейшем, что было в косметичке. И то, чем я воспользовалась и буду пользоваться. Лаки для ногтей угадала, опять же, мои мысли Лалочка. С этим лаком от Эвелин я хотела его попробовать голографическим эффектом. Вот так он выглядит. У меня, к сожалению, сейчас нет ромашки. Я вам буду показывать прямо так, хотя у меня на ромашке тоже есть эти лаки. Все очень красивые и классные. Обычная кисточка идет здесь. Нравится мне, у меня еще один есть лак от Эвелин, буду также с удовольствием пользоваться этим лаком, оттенок номер 414. Следующий лак, который у меня сейчас на ногтях, такой ярко-розовый фуксии, абсолютно глянцевый, без перламутра, у меня есть от Эйвот с перламутром, этот без, просто глянцевый, очень классный, розовый, сочный, весенний, летний цвет от Golden Rose Selective, я не пробовала еще именно Selective, большой объем здесь идет. И называется Flirty Butterfly, если на английском. И это номер 40. 40-й оттенок. Такой вот классный лак. Сейчас, как я сказала, уже накрашены у меня ногти. Пока что первый день, не могу сказать, как держится. Но дня 2-3 и замечательно. И третий лак, который мне прислала Лала, это от марки Divage. Мало я что пробовала от этой марки, но хотелось. И как раз вот моя мечта исполнилась. В общем, вот такой вот лак. Это номер... Dance Me Princess номер 304. Такой небольшой лак. Я как раз видела, вот ходила с супругом в магазин, видела эти лаки, эту марку. Это, по-моему, лимитированная версия, что такой небольшой объем. Классно, что очень хорошо, что небольшой, потому что у меня много лаков. Вот такая кисточка, тоже не очень большая. В общем, на днях ко мне приходила тоже, как я сказала, сестра моя. Я ей подарила и лаки, и вообще не жалею. Блеск для губ от Avon новый. И очень много там еще другой косметики. По-моему, 10 или 11 лаков я дала. В общем, я очень сама рада, что подизбавилась от косметики и поделилась с человеком. Всегда это очень приятно. Дальше покажу вам верхнее покрытие, универсальное покрытие, обновление цвета, UE-фильтр от Aurelia. 9 мл. Это верхнее покрытие, наверное, на лак уже идет. Здесь хорошая кисточка такая тоже, стандартная. Также буду пользоваться с удовольствием. Эти вещи я люблю, и у меня должны быть они обязательно. И в любых количествах, потому что у меня дело обязательно до этого дойдет. Ну, теперь перейдем к тому, что здесь есть в косметичке интересного. В основном мне Лала еще положила марку Essence, которую я просто вот очень хотела пользоваться, пробовать. Молодежная, она здоровская, и мне, конечно же, очень приятно, что я ее попробую. И от Essence я вам покажу тогда дальше. Вот такие вот два продуктика были в одном пакетике. Одним я уже воспользовалась, это тестер румян от Essence. Тестер номер 10, Heatwave, по-моему, вот так вот называется. Я уже сегодня нанесла его. Легко, конечно, очень классные румяна. Они и персиковые, и в розовый переход. Интересный оттенок, мне понравился. Он довольно яркий. Вот так он выглядит. Но если его подрастушевать, подраспределить, вообще вполне очень даже хороший. Пользуюсь тестером, нравится. Также здесь в пакетике был карандаш для глаз этой же марки Essence. Вот такой вот, чтобы делать смоки айс. Как раз и тоже ты угадала, Лала, я хотела научиться делать смоки айс. Вот такой вот он толстенький, черный, ярко-черного цвета. Его нужно наносить стрелку и растушевывать. Так, это то, что касается косметики Essence. Еще чем не успела воспользоваться, это корректор-консилер также мне положила Лалочка. Вот такой вот от Essence в 10-м оттенке Natural Beige. Пока идет в запасы, потому что у меня сейчас это есть, но буду обязательно пользоваться. И тестер теней для век. Вот такой вот оттенок синий. Он не ярко-синий, то есть не такой вызывающий какой-то, не вульгарный.
не какой-то вечерний очень, а такой вполне средний синий цвет. Вот так вот выглядит его сводч, пока мне пользовалась. Он сатиновый, синий-голубой даже, я бы так вот могла сказать. Сейчас я сделаю его сводч. Так вот он выглядит. Также буду с удовольствием им пользоваться. И еще одни тени, которые мне положила Лала, это вот вообще просто влюбилась в этот оттенок. Синий тоже очень красивый, обязательно буду пользоваться, потому что люблю синие тени и голубые, говорю это не раз. От Диваш, вот такой вот мне очень понравился, в номере 21, запеченные тени для век, color, так, это мне не прочитать. В общем, запеченные такие красивые тени в розовом оттенке, вот я как раз хотела такой, под стрелочку или что-то, вот просто выглядит очень красиво, празднично. Нарядно, мне хотелось как раз такой цвет. Такой вот он, больше даже как блестки они. Вот так он выглядит, переливается, создает праздничное, у меня оно и без того прекрасное, с такими подарками настроение. В общем, буду также пользоваться этими тенями с огромным удовольствием. Спасибо большое. Так, и перейдем мы с вами к продуктикам для губ. У меня их здесь очень много, в размере 6 штучек. Воспользовалась пока только одним. Это который у меня сейчас на губах. Его я вам первый покажу. Также Лалочки писали комплименты, что у нее красивый блеск на самом деле от Буржуа. У меня тоже был блеск от Буржуа, просто в другом оттенке. Мне он тоже нравился. Это 20 номер. Вот так выглядит. Светло-розовый, переливается разными цветами. Даже как-то объем губ, мне кажется, создает приятный, комфортный и довольно долго держится. В нем идет кисточка, а не спонж. Приятный аромат, буду пользоваться, очень нравится. Спасибо большое. Так, и продуктики я вам кратко покажу, которыми не успела воспользоваться. И марок таких я не знаю, но вот буду пробовать благодаря Лале. Первый вот такой вот блеск. Так он выглядит в ярко-розовом оттенке Розбери. Это H&M. Вот, открывать пока не буду, просто покажу сам оттенок. Он такой вот малиновый, малиново-клубничный с блесточками. Очень красивый, яркий, летний-весенний, буду пользоваться. Следующее, это уже более спокойные оттенки на каждый день. Тот был все-таки праздничный. Это вот такой вот от Белор Дизайн, блеск Подиум. Как раз смотрела я на эти блески, хотела попробовать у нас в магазине. И вот Лала мне прислала, опять же угадала мои мысли. Прям читаешь мысли, как телепат. И, в общем, вот такой вот блеск. Он розово-бежевого цвета, на каждый день подойдет. Может быть, будет немного выбеливать. Тон 23 у меня, это 6,4 грамма. Так, выглядит классный, буду пробовать. Отличный просто блеск, мне подходит цвет. И вот такой вот блеск от тоже марки H&M. На каждый день такой вот ненавязчивый светло-розовый. Даже не пока их не открывала, потому что пока у меня блесков достаточно, идут в запасики, но обязательно буду всем пользоваться. И две помады блеска от L'Oréal, которые я пробовала эту марку L'Oréal, очень мне нравятся продукты для губ. Лала прислала мне в двух оттенках. Это вот эта вот, наверное, помада всем известная. Номер 400, плам какой-то, вот точно не скажу, вот такой вот он. Розово-сиреневый, прям мой цвет вообще вот на 100%. Ты угадала, обожаю такие оттенки. Буду обязательно пользоваться. И еще вот такой вот оттенок, больше уходящий в коралл, розово-коралловый, Rose Symphony 201. Вот, в общем, по-моему, сейчас я все рассказала вам, все показала, то, что мне прислала Лалочка. Хотела сказать, что все хорошо дошло, ничего не разбилось, не вытекло. Потому что знаю, что все переживают. Я сама, когда отправляю посылки, всегда об этом переживаю. Всем вам огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Лала, тебе еще раз большое спасибо, что ты мне выслала такую замечательную, душевную, очень приятную, полезную посылочку. Я буду всем с удовольствием пользоваться. Если что-то забыла, то прости, но вообще я, по-моему, показала все. И последнее еще, что я хотела вам показать в этом видео, это... По крайней мере, я старалась показать все. Если что, то прости, если что не так. Если что-то забыла. И последнее, это мой подарочек на 8 марта. Один, я сюда его отнесу. У меня были подарки не косметические, то есть одежды. Я их показывать здесь не буду. Я немножко обновила гардероб, и это очень меня радует. Также прикупила шапку себе, вообще дешевую, но очень классную. И косметического, только парфюмерия. У меня появился новый аромат просто... Сестренку у меня еще тоже взяла, когда ко мне приходило 4 аромата, потому что у меня уже просто их нету, не успеваю физически потратить, но я себе все равно взяла, который я давно хотела. Это вот такой вот Soul Elixir от Yves Rocher, видела у Настеньки, если ты меня смотришь, привет тебе большой Foxy Fox 86. У тебя я видела отзыв и понюхала, просто влюбилась в этот аромат, он такой нежный, в то же время женственный, на выход. Он очень напоминает мне фиолетовый эликсир какими-то нотами своими. Я взяла 50 мл.
женственный, цветочный, сладковатый, приятный и очень стойкий аромат. В районе 5 часов он держится, я уже протестировала. Попробуйте. Я вообще попала там на скидку, потому что я 8 марта мне ее подарили, ну, как на праздник. Была скидка на него, 1350 стоил 50 миллилитров, а рядом стоял 30 и стоил 1300. Я очень довольна, просто очень сильно счастлива, что у меня такие прекрасные подарки. Еще раз всем огромное спасибо за внимание, что смотрите меня. Желаю вам прекрасного настроения, весеннего, заряда положительных эмоций, успехов дома, на работе, в творчестве. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч!